На территории муниципалитета в крещенскую ночь верующие смогли окунуться в ледяную воду в 9 купелях. Все площадки были оборудованы удобным заходом, поручнями, подсветкой и теплыми раздевалками. Готовность одной из купелей, расположенной на Большом Ледовнинском пруду в деревне Богданиха, лично проверил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Самые, наверное, такие беспроблемные – это те, которые при храмах, какие-то купели стоят, те, которые на закрытых водоемах, на прудах – как здесь. Это второе. И все-таки на реке у нас одна такая. Связана эта проблематика с тем, что там наиболее тонкий лед намерз, потому что проточная вода. Вот на прудах ни спасатель, ни наш специалист особых опасений не видит. 30-40 сантиметров льда, поэтому тут такая крепость есть. Крещенские купания здесь проходят только второй год, но площадка очень востребована у местных жителей и гостей муниципалитета. Благочинный Видновского края, отец Дмитрий Березин, он проводит в деревне Богданихе вот эти мероприятия уже более 20 лет. Ну вот так получилось, что вот на этом месте мы сюда переехали, здесь более комфортабельно, более хорошие условия. Судя по тому году, вот на этой точке было 500 человек, которые присутствовали на службе, и около 200 человек, которые окунались в купель. Стоит отметить, что обеспечивали безопасность на каждом участке сотрудники полиции, МЧС и медицинские работники.